зовут Довженко Диана. Я приехала из города Березники, играя на фортепиано. Березники такой чистый город считается, очень много деревьев, такой лиственный. А еще мое самое любимое место — это Рябиновый сквер. Там фонари, можно погулять. А также люблю ЦУМ. Там кафе есть, где я очень люблю посидеть в чикине, поиграть в автоматы, хотя редко получается. У меня есть кот, зовут Хаски. Вот так вот он как-то окрасом получился, очень похож на собаку Хаски. Ну, он, по правде говоря, очень вредный, и не поймешь, когда он хочет что есть. Вот такой королевский кот. Я хочу пожелать конкурсу большого процветания, чтобы он дальше был, потому что я вот первый раз участвую, мне уже как-то нравится, и я такая как-то заинтригована вот этим конкурсом. Желаю всем большой удачи. Успеха 10 лет!